Что, Паша, угораешь по воде? Да. Чего? Не знаю. Ну, типа, для мене охуєнно. Я би не міг жити в місті, в якому немає річки. А що, купатися на Дніпр? Летом? Ні, я не хочу купатися на Дніпр. Ну, типу, мені не обов'язково там купатися, але мені просто в кайф. Так, що ти поламав? Це на бульки? Да. Четко. Это Twin Towers. Rolex Towers, да? Twin Towers. Twin Towers. Веревка, на ней каждый метр заряжается, будет такой. И корабль ехал, она типа поднимается. Не было же спидометра никакого. Что он имел в виду? Приветствовал. Приветствие. Чтобы его не дождались. Да. Он факт показал. Нельзя, да. Нельзя показывать. Нельзя? К сожалению. Это оскорбление чувств. Здесь экскурсии есть. А? Экскурсии есть вертолета. 800 трехов. Возможно.
Please, sir, please. Такие корабли старые, им еще только паруса приделать, да? Барбочки, да? Это деревянные, как я знаю. Так я же узнаю, какие-то они необычные. Ну, нет, ну у них дуже дивна форма. Золотая вода. Смотрите, они припаркованы, например, 4 ряда или 5. Подворником номер телефона. А вот это Насер Сквер. Да, здание стоит на Насер Сквер. Там Union Station. Так что, дампы? Какой шарик такой? Можно вот. Как шарик Лего, только большой. Шарик-то большой. Если мы ближе подъедем, давайте там выйдем. Смысл назад возвращаться. Назад не будем. Типа, мы тут уже посмотрели. А если он может нас еще дальше завести, то пусть еще дальше. Не, я думаю, это...